Всем привет! Актер Сергей Безруков – заботливый и нежный отец. Каждую свободную минуту он посвящает дочери Машеньке и сыну Степану, которому в ноябре исполнится 2 года. В личном блоге актера часто появляются семейные кадры с наследниками. Вот и в эти выходные он не только порадовал подписчиков коллажем из своей детской фотографии снимка сына, но и спровоцировал бурное обсуждение, на кого же больше похож Степан. «Я слева, Степа справа». Или наоборот? «Я сам запутался». Всем мира и добра, дорогие мои хорошие. Берегите себя. Всем здоровья, подписал кадр актер. Большинство поклонников пришли к выводу, что малыш невероятно похож на своего отца. Но нашлись и те, кто уверен, что Степа перенял некоторые черты от мамы тоже. Напомним, что Маша и Степа родились в браке Сергея Безрукова и режиссера Анны Матисон. Пара познакомилась в 2011 году во время работы над фильмом «Елки-2». Однако роман между ними начался лишь через несколько лет, на съемках фильма «Млечный путь», которые проходили на озере Байкал. Весной 2016 года Сергей и Анна сыграли свадьбу. Летом этого же года родилась их дочь Маша, а осенью 2018 года на свет появился Степан, которого назвали в честь прадеда актера. Известно, что Сергей сам принимал роды у своей супруги, предварительно пройдя специальную обучающую программу. А за несколько месяцев до рождения сына артист объявил, что планирует уйти в декрет вместе с женой и во всем ей помогать. Безруков рассказал, что отменил все гастроли, съемки и концерты, чтобы все свое время посвятить семье. Также он поступил, когда на свет появилась Маша. По признанию Сергея, именно после появления Маши на свет в нем проснулись настоящие отцовские чувства. Безруков с супругой не раз говорили, что мечтают о большой семье. У актера помимо Марии есть еще 2 детей, но он не планирует делиться какой-либо информацией о них, так как хочет максимально уберечь их частную жизнь от вмешательства журналистов. Звездная пара ранее признавалась, что у них нет споров и разногласий в вопросах воспитания детей. Хотя, по признанию Сергея, он более мягкий родитель и порой ни в чем не может отказать наследникам. Известно, что Степан растет активным и подвижным малышом. Он с младенчества ездит с родителями на гастроли и, как и его сестра, растет театральным ребенком, много времени проводя у папы и мамы на работе. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки и комментируйте. Всем пока!